Друзья, всех вас приветствую на моем YouTube-канале, меня зовут Артур Романов, и сегодня мы с вами начнем ту самую обещанную лесенку, про которую я уже говорил. Соответственно, в этом видео будет первая ступень. Итак, матч я выбрал из английской премьер-лиги, где встречаются между собой Арсенал и Лестер Сити. В данном видео, как и всегда, постараюсь за максимально короткий промежуток времени рассказать всю необходимую информацию, в конце оглашу свой прогноз на этот матч. Ставить или нет, решать уже вам, думайте своей головой и не забывайте о рисках, ведь ставках на спорт они есть всегда. Итак, поехали. Что касаемо данного противостояния, то здесь Лестер Сити не самое лучшее начало. Зашли они в английскую премьер-лигу со скрипом, выигрывали в матче с Брентфордом, все у них складывалось отлично, но потом Брентфорд включился, Лестер, судя по всему, выключился, и по итогу счет 2-2, закомбэчили Брентфорд. И далеко не самое лучшее начало, всего лишь одно очко вместо трех с таким оппонентом, не лучшее далеко начало. Однако у Арсенала, как я уже говорил до этого, мы с вами как раз таки их брали в матче с Кристал Пэласом, довольно уверенная победа, 2-0, без шансов. Да, конечно, там Кристал Пэлас неплохо себя проявил, имел свои атаки, но Арсенал был в гостях, и даже гостевой матч все равно для них прошел крайне удачно. Арсенал сейчас находится на очень хорошем ходу, поэтому я пока что не буду упускать возможности брать победу Арсенала. Соответственно, здесь коэффициент не такой уж и большой, поэтому берем победу с счетом минус 1, и там дают отличный коэффициент, на мой взгляд. Ну а поставить на данное событие по такому же шикарному коэффициенту вы сможете в веб-букмекерской конторе MLBet, ссылка будет в закрепленном комментарии, а по промокоду еще и сможете получить удвоение первого депозита, вводя данный промокод при регистрации. Ну и конечно, не забывайте писать в комментариях, что думаете вы по поводу данной встречи, согласны с моим мнением или же нет, пишите свои предикты по этой встрече. Ну и, конечно, не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на мой YouTube-канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать последующих видео. С вами, как всегда, был Артур Романов. Всем удачи, всем пока!